Всем привет, друзья! Образ дня. Я сегодня очень в спортивном образе, в городском спортивном образе. На мне джинсы, купленные в винтажной Humani несколько лет назад. Они высокие, на резинке. Я их обрезала и обхромила. Ну, знаете, в принципе, расхромить довольно просто. Ты просто обрезал и положил их в стиральную машину постирать. Так вот, я их надела, эти джинсы, первый раз в этом году. Ну, вот вчера или позавчера. Обувь у меня, кроссовки белые, мои любимые, арабские. Футболка. Футболка белая, купленная в магазине COS. Она вот такой длины. Сначала мне не очень понравилось то, что она достаточно плотная ткань. Можно было купить потоньше, но сейчас я думаю, что я очень хорошо, что купила именно такую ткань. Хорошо держит форму, хороший воротничок, короткий рукав у этой футболки. И также сегодня я надела первый раз свою новую куртку джинсовую, мятного цвета, которую купила в Заре буквально недавно, вынесла всем вам мозг, в том числе себе. Купила я, кстати, ее последнюю. Приехала в Альфу, и она там была последняя. На мое счастье, вот она оказалась. Хотя ехать не хотела, думала, что уже не будет, но вот приехала и купила. Цвет мне очень нравится, этот образ мне тоже нравится. И также я сегодня сумку, можно было Бричиолини сумку применить. Но я решила вот такую тоже в спортивном стиле от Tommy Hilfiger, тоже купила ее недавно. Так что вот такой образ. Бижутерию я ничего не нашла лучше, не придумала, чем просто колечки надеть. Три серебряных колечка. Безумно мне нравятся они. Я очень люблю носить на этом пальце, ношу давно. И вот на этих двух. Ну и вот недавнее приобретение, тоже серебряное колечко со стразиками. Оно очень хорошо мне как бы вот на этот пальчик. Так что вот такой у меня сегодня, друзья, образ. Мне очень нравится в куртке карманы, у меня очки, хотя на улице то дождь, то не дождь. Так что вот эти накладные карманы, они очень, ну, не видны, то есть не объемные и замечательные. Ну вот так, друзья, сегодня очень короткий ролик. Решила показать вам спортивный городской свой образ.